Всех приветствую у себя на канале. С вами я, Андрей Шутов. Вы на канале для пострадавших жертв от психотеррора. Я являюсь пострадавшим от психотеррора, нахожусь в открытой фазе с 2012 года. Меня взяли под компьютер спецслужбы, которые подчиняются неизвестно какой организации. Вот. То есть ставят на мне какие-то эксперименты по внедрению своих технологий в мой организм. Видео с ссылками на истории жертв вы найдете у меня на канале. Вот. И я сегодня хочу рассказать вам одну очень важную вещь, которая происходит при психотерроре. Значит, это касается именно поведенческих факторов по жизни человека. Сейчас я раскрою тайну одну очень важную вещь. То есть, и я утверждаю, что это так и есть. По поводу этого. Мне один человек рассказал это, тет-а-тет. Он тоже является под психотеррором, короче, ну, жертвой. Тоже является пострадавшим. И так как его начали уже сильно облучать при интервью, он не успел мне дорассказать всю, как бы, свою историю. Но тайну, которая касается именно подавления личности человека, он мне рассказал. То есть, именно вот этот вот секрет. Смотрите, существует заболевание, получается, ну, нервное заболевание психического типа. То есть, психическое расстройство. Называется оно вегетососудистая дистония. ВСД, получается. Так оно, ВСД называется. Вот так. Относится к одним из самых распространенных нарушений работы нервной системы. Вот так. Короче, фишка в том, что техникой наводят эту болезнь, получается, на человеческий организм. Вот. То есть слепок вот этого вот именно психического расстройства наложен на каждую жертву психотеррора. Это я делаю такой вывод. Потому что я общался и, то есть, с людьми. И все люди подвержены вот этому вот, именно вот этим вот факторам. Объясняю, чего это касается. То есть, вот вы растете, да, вы растете. Вы, допустим, по своим качествам лидер. Но фишка в том, что по какой-то причине у вас эти качества подавляются. Так вот, я утверждаю, все это делается с техникой. Техникой, которая наводится спецслужбами на людей. Огромным полем, которое переносит на нейроны нашего мозга слепок этого заболевания. То есть, поведение и факторы, сейчас я вам зачитаю статью, я сниму, это я вот смотрю на эту статью сейчас на монитор. Я сейчас переведу ракурс на компьютер и зачитаю вам симптомы этой болезни. Я делаю вывод такой конкретно от себя, как вот пострадавший от психотеррора. Я делаю такой вывод. Значит, совсем накладывается это психическое расстройство искусственное, чтобы подавить лидерские качества у человека. Потому что если во всем мире будут все лидерами, то этой системе не останется, то есть не будет, ну, то есть различия между людьми, получается. И этим людям важно, чтобы вы стали скомканным, зажатым неудачником. И вот это психическое расстройство ВСД на каждую жертву накладывается. И если на человека не было бы наложено этой вегетососудистой дистонии, ничего вообще, никакого психотеррора не было бы. 100%. Почему? А очень просто. На вас бы не влияли посторонние люди. Для этого должно быть на вас наложено вот это вот расстройство. Симптомы этого расстройства сейчас я зачитаю. И я утверждаю, что все люди, которых избирают, которые рождаются именно со стержнем в руках, то есть, да, внутри, точнее, внутри со стержнем, они стойкие, с лидерскими качествами. Ублюдки эти берут людей под компьютер, накладывают эту болезнь, и все люди становятся как мыши. Понятно вам? Поэтому при гангсталкинге, когда вы выходите на улицу, у вас эта болезнь активируется. Это психическое расстройство. И дома она тоже, то есть вы становитесь шуганым.
Поверьте, если бы техника над вами не работала, то есть вот эта аппаратура, квантовый этот метод, то есть слепок этой болезни накладывается на мозг, ну то есть на мозг человека, то есть берется эта болезнь, получается, от больного, то есть, да, человека, с психическим нарушением и накладывается на вас. Вы здоровый, молодой, крепкий человек превращаетесь в такую маленькую мышку. И вы не можете ничего с этим поделать. Вы будете ходить, шугаться людей, движений там всяких. То есть, вот, вы будете неуверены, у вас упадет либидо. Все. Вы из мужчины превратитесь в ребенка, а из женщины вы превратитесь просто в неуверенную такую девчонку, которая будет стесняться всего и все такое. То есть, имеется в виду, что вас, с вас сделали детей и с меня тоже. Вот и все. И они, вот эти люди, почему вот эти люди, да, вот эти вот, которые, по сути, они никто, да, такие маленькие, махонькие, кослявенькие, руководят сильными мира. Именно из-за этого. Именно из-за этого. Этот маленький, кослявенький, он ничего не может сделать. Но так как вы под влиянием этого психического расстройства, он вами может манипулировать спокойно. Этой технологией можно вас спокойно парализовать. И вы будете, как мышка, просто подчиняться. Вот и все. И поэтому вот эти вот кослявенькие маленькие ублюдки правят миром. Вот. То есть это психическое расстройство. Берут, рационально выбирают людей, накладывают его. Вот. И эти люди превращаются в беспомощных людей, зашуганных, неуверенных в себе. Причем ими управляют гандоны, я их так назову. Да? Гандоны безнравственные, безличностные. Куски дерьма, можно так сказать, которые не способны в жизни ни на что. Ни мужчины это и не женщины. Это люди, на которых не наводится техника, технологией, которые используют при психотерроре эти иллюминаты и так далее. Кто этим занимается? Через тайные эти технологии. Вот это вот заболевание. Почему именно оно? А мне один человек объяснил. Один человек объяснил. Но интервью его есть. Я его выложу обязательно. Это я говорю, просто оно не полное. Я вот жду, он мне отписал, он должен досказать еще свою историю. Он объяснил мне много факторов, как меняли ему состояние, вот, как убирали ему это состояние, он становился уверенным в себе, то есть, представляете? И вот, и когда вы выходите, когда эти люди вокруг вас стоят при гангсталкинге, вам включают это заболевание, каждому из нас. Если его нет, вы будете совершенно безразличны к этому гангсталкингу. Вообще вы не будете реагировать на это. Абсолютно. Вы даже забудете об этом. Но это расстройство касается очень многих факторов. Это касается нервной системы. Сейчас я вам зачитаю. Итак, поехали. Значит, сейчас я зачитаю статью про вегетососудистую дистонию. И вы сами все поймете. То есть, чтобы гангсталкинг действовал, должно быть именно вот это вот психическое расстройство. Без этого влиять на вас никак не смогут, они вас запугать не могут. То есть эти все люди. Потому что без этого расстройства это работать не будет. Вот так вот внедряется технология. Вегетососудистая дистония, ВСД. Вегетососудистая дистония или ВСД относится к одним из самых распространенных нарушений работы нервной системы. Понятно? Это расстройство затрагивает вегетативную нервную систему, которая несет ответственность за регуляцию и поддержку важнейших функций организма. Поэтому лечение ВСД – это мера, которая позволяет не только избавиться от неприятных симптомов, которые серьезно осложняют жизнь человека, но и предупредить стойкие нарушения работы внутренних органов, обусловленные вегетососудистой дистонией. Дальше идем. Причины вегетососудистой дистонии. Вегетососудистая дистония может развиваться по множеству причин. К наиболее распространенным относятся следующие. Наследственная предрасположенность. Если кто-либо из родителей страдает от ВСД, высокая вероятность того, что ребенок унаследует это расстройство. Ну, мне кажется, это так, относительно все. То есть, при психотерроре, естественно, это накладывается искусственно все. Временные гормональные сбои или заболевания эндокринной системы. Гормоны
принимает участие в регуляции функций нервной системы. И какие-либо изменения гормонального баланса способны привести к ВСД. Это объясняет, почему вегетососудистая дистония часто дебютирует в период полового созревания. Понятно вам? Во время беременности или после родов при климаксе, естественно, гормональная перестройка провоцирует это нарушение. И я заметил, таким вот неуверенным в себе я был с детства, кстати, тоже. То есть вот эта вот скомканность была с детства, неуверенность в себе, постоянно. Постоянная вот эта скукоженность. Вот это вот делается вот этим вот психическим расстройством, которое накладывается на ребенка искусственно спецслужбами. Вот так. Чрезмерные нагрузки, это может быть как психическое, так и физическое перенапряжение, которое истощает нервную систему, в том числе вегетативный отдел. Далее. Нездоровый образ жизни сюда может включить вредные привычки: алкоголизм, курение, отсутствие нормального режима труда и отдыха, несбалансированное питание, сидящая работа, которая не компенсируется физической активностью и прочее. Такие обстоятельства вынуждают вегетативную нервную систему работать на износ, так как ей приходится постоянно поддерживать нормальные функции организма на фоне неблагоприятных условий. Идем дальше. Хронические заболевания, любые болезни с длительным лечением, отсечением способны приводить к расстройству функций вегетативной нервной системы. Наличие любого из перечисленных обстоятельств не означает, что обязательно разовьется ВСД. Нередко требуется провоцирующий фактор, который играет роль спускового крючка. Так, вероятность возникновения вегетососудистой дистонии резко повышается при резкой смене климатической зоны после пережитого острого стресса при увеличении массы тела. То есть тут описаны причины, то есть, да, причины вегетососудистой дистонии. А вот сейчас будут описаны симптомы. Вегетативная нервная система выполняет очень важные функции, поддерживает условия для нормальной жизнедеятельности организма. Температура тела, сердечный ритм, артериальное давление. Понятно, что у вас повышается, когда вас гангсталкерят. Идем дальше. Корректирует работу сердца, тонус сосудов и другие параметры, когда это необходимо. Например, стимулирует выделение пота и жару, чтобы охлаждать тело. Вот так вот. Вегетососудистая дистония – состояние, в которое вовлечены практически все системы и органы. Понятно вам? Это объясняет, почему симптомы ВСД настолько разнообразны. Но все проявление этого состояния можно распределить на несколько категорий. Респираторные, дыхательные. Больной жалуется на учащение дыхания, не связанное с физическими или эмоциональными нагрузками. Ощущение спертости дыхания, неспособность сделать глубокий вздох. Эпизоды волнения, страха, тревоги могут вызывать выраженную отдышку и ощущение нехватки кислорода. Понятно вам, что это такое? Идем дальше. Кардинальное, сердечное. В этом случае ВСД проявляет себя учащенным сердцебиением, сбоями сердечного ритма, ощущением того, что сердце замирает в груди, после чего начинает биться очень быстро. Боль и чувство сдавленности в груди. Идем дальше. Терморегуляторные. Основные жалобы. Беспричинное повышение температуры тела. Вот очень часто кидает в пот. Очень часто. Когда идешь, гангсталкерят, постоянно кидает в пот. Вот это вот ВСД. Они накладывают это психическое расстройство, когда вы идете на улицу. Не связанное с ОРВИ или другими заболеваниями, или понижение температуры.
Дисдинамические. Такие проявления ВСД заключаются в нарушениях кровообращения. Это может быть замедление циркуляции крови в тканях или негативное изменение со стороны АД. Повышение или понижение артериального давления. Так, то есть это вся вот эта вот система артериальная, она задействована в этом психическом расстройстве. Психоневрологические. В эту категорию симптомов входит метеозависимость, нарушение сна, ночная бессонница в сочетании с дневной сонливостью, перепады настроения, апатичность, раздражительность, необъяснимые приступы тревоги, быстрая утомляемость. Понятно вам? То есть, если это психологическое расстройство наложить на вас, то вы будете постоянно в таком состоянии. Прикиньте, вот что в это состояние входит. Желудочно-кишечное. Читаю. На фоне ВСД нередко развиваются проблемы с пищеварительной системой. Запоры, поносы или чередование этих состояний. Тяжесть в желудке, изжога, отрыжка, метеоризм. Вы поняли, что в это вообще входит? В это психическое расстройство. Сексуальное. Снижение либидо, отсутствие полового возбуждения или неспособность достичь оргазма при сохранении возбуждения. То есть вас подавляет полностью, чтобы вы просто не функционировали вообще конкретно. Чтобы вы были забитым просто мышонком. Понимаете? И вот это психическое расстройство несет очень важную роль при психотерроре, я считаю. Идем дальше. Перечисленные симптомы могут сочетаться в различных комбинациях, а преобладание тех или иных проявлений ВСД зависит от того, по какому типу протекает это нарушение. Классификация вегетососудистой дистонии. В современной медицине нарушение работы вегетативной нервной системы принято классифицировать по тому, каким образом это состояние влияет на сердце и сосуды, какой тип вегетативных расстройств преобладает и насколько выражены проявления ВСД. По влиянию на сердечно-сосудистую систему выделяют несколько основных типов ВСД. Гипертонический тип. Для этого типа ВСД характерны эпизоды повышения артериального давления. Систолическая до 140 мм РТСТ.СТ, которая спустя короткий отрезок времени самостоятельно нормализуется. Больной также жалуется на частые приступы головной боли, быструю утомляемость, тяжелое сердцебиение. Далее. Гипотонический тип. Артериальное давление понижено постоянно или наблюдаются эпизоды понижения АД. Также присутствует сильная утомляемость, головная боль, ломота в мышцах. Понятно вам? Кардинальный тип. Больного беспокоит нарушение в работе сердца, резкое ускорение или замедление сердцебиения, боль за грудиной, приступы одышки, неспособность сделать глубокий или полный вдох и чувство недостатка воздуха. Вот так. Смешанный тип. При этом типе ВСД наблюдаются перепады АД от высокого к низкому, а другие симптомы могут сочетаться в различных комбинациях. Дальше. Потому как именно нарушаются функции вегетативной системы, выделяют такие типы ВСД. Ваготонический тип. Для этого типа ВСД характерна повышенная потливость, не связанная с физическими нагрузками или высокой температурой окружающей среды. Понятно вам? Мраморная кожа, головокружение, склонность к отекам, увеличение массы тела, боли в сердце, выраженная головная боль, одышка. При инфекционных заболеваниях, в том числе ОРВИ, температура тела повышается незначительно, но остается повышенной даже через некоторое время после того, как остальные симптомы болезни исчезли. Симпатикотонический тип. При ВСД этого типа кожа сухая и бледная. Секреция пота снижена, наблюдаются эпизоды повышения температуры тела до высоких значений, до 39,5 градусов по Цельсию. При стрессе ОРВИ эмоциональных нагрузок, масса тела обычно низкая, больные жалуются на тупые, нерезкие головные боли, повышение АД, учащение сердцебиения. По степени тяжести ВСД может быть легкой степени, независимо от типа ВСД, симптомы проявляются
не выражено, периоды обострения короткие, а ремиссия продолжительная. Обострение возникает только после эпизодов повышения эмоциональных или физических нагрузок. Качество жизни больного не нарушено. Средней степени. Период обострения достаточно продолжительный. Периоды обострения достаточно продолжительные, до нескольких недель или даже месяцев. Проявление ВСД ярко выражено во время обострения у больного существенно снижается трудоспособность, вплоть до полной ее утраты при сосудистых кризисах. Тяжелые степени бывают. При таком течении ВСД накладывает серьезное ограничение на повседневную жизнь человека, так как симптомы присутствуют практически постоянно, то, проявляясь более выраженно, то незначительно снижаясь. В периоды наиболее выраженных проявлений ВСД часто требуют госпитализации и лечения в стационаре по причине устойчивых нарушений работы сердца. Нестабильность артериального давления. Понимаешь, короче, типов у этого заболевания много, но у нас именно какой-то средний, когда мы не уверены в таком вот в себе вообще, вот. Мы раздражены постоянно, какая-то потливость постоянная, вот, постоянная шугливость какая-то, то есть все вот это вот психическое расстройство, оно накладывается слепком на человека при психотироиде. Диагностика вегетососудистой дистонии. Понимаешь, что такое ВСД и как она проявляется, можно также уяснить то, что ее симптомы не специфичны, они свойственны многим другим заболеваниям и состояниям. Поэтому диагностика вегетососудистой дистонии направлена в первую очередь на исключение острых хронических болезней сердечно-сосудистой центральной нервной системы, патологии органов дыхания и ЖКТ. С этой целью проводятся следующие диагностические мероприятия: КТ или МРТ, рентгенография, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ, доплерография, лабораторные исследования крови и мочи. Кроме лабораторных и аппаратных методов, исследования могут назначаться консультации специалистов узкого профиля: эндокринолога, нерволога, кардиолога, пульмонолога. Это необходимо для получения для дополнительных и точных сведений о состоянии отдельных систем и органов. Важно понимать, что диагноз вегетативная дисфункция может быть поставлен только после того, как исключены заболевания, имеющие схожие проявления. Лечение вегетососудистой дистонии. Лечение ВСД требует комплексного подхода, так как важно не только устранить неприятные симптомы заболевания, но также сократить частоту и продолжительность рецидивов, ликвидировать влияние ВСД на здоровье сердца и других органов, а также восстановить качество жизни пациента. Поэтому терапия вегетососудистой дистонии может включать в себя несколько направлений. Медикаментозное лечение, лекарственные препараты, назначенные при ВСД, подбираются для каждого пациента индивидуально, с учетом того, как именно проявляется вегетативное нарушение и насколько они выражены. Это могут быть препараты с седативным антидепрессантным, гипотензивным, снотворным, антиритмические или другим действием. Также рекомендуют лекарственные средства, оказывающие укрепляющее действие на иммунную систему, повышающие сопротивляемость организма, и препараты, нормализующие работу нервной системы. К ним относятся витаминные средства, ноотропы, адаптогены, антиоксиданты и прочее. Мануальная терапия, рефлексная физиотерапия и прочее. Такие методы лечения относятся к вспомогательным, но они способны существенно сократить продолжительность медикаментозного лечения и дают расслабляющий, тонизирующий эффект, ускоряя восстановление организма, нормализуют работу внутренних органов, помогают устранить стресс и повысить стрессоустойчивость. Коррекция образа жизни ВСД относится к тем состояниям, с которыми невозможно сравнить без активной помощи самого больного. Очень важно соблюдать рекомендации врача касательно следующих аспектов лечения. Режим дня для восстановления нервной системы в целом и ее вегетативного отдела, в частности, важно, чтобы продолжительность ночного сна составляла не менее 8 часов. Понятно, чего сбудет?
При этом необходимо сделать затем, чтобы отход ко сну был в одно и то же время, так же как и пробуждение. Короче, фишка в том, что вам не дают спать, чтобы это психическое расстройство более было стабильно влияло на вас, понимаете? Чтобы вы постоянно были зашуганным. Потому что если у вас не будет раздражения вот этого вот нервного, то влиять на вас психотеррор не сможет. Это невозможно просто. Именно поэтому они усиливают вот это вот воздействие все. Раздражение вот это вот все. Физическая активность, чрезмерные нагрузки, равно как и их отсутствие, недопустимо и необходимо чередовать различные виды деятельности, умственную и физическую. Пребывание на свежем воздухе должно составлять не менее 1 часа ежедневно. Коррекция рациона. Из меню следует исключать фастфуд, жирные, жареные и острые блюда, алкоголь, любые стимуляторы, такие как крепкий чай, кофе, энергетики. Нужно контролировать сбалансированность рациона. В него должны входить белки, жиры, углеводы, достаточное количество свежих овощей, фруктов, зелени и ягод. Питание лучше сделать дробным, 5-6 приемов пищи, небольшими порциями. При соблюдении всех рекомендаций врача и своевременном начатом лечении ВСД в подавляющем большинстве случаев симптомы исчезают и жизнь человека полностью возвращается к норме. То есть, почему это делается искусственно? Да потому что, чтобы на человека влиять при психотерроре, обязательно должно быть какое-то внедрение, да, в нервную систему. То есть. И это психическое расстройство, я заметил. Вот у кого я не спрашивал, практически у каждого. То есть каждый понимает, что его по жизни лоханули вот эти вот ребята, спецслужбы. То есть этот человек любой, я, вы там, вы могли бы быть вполне уверенным в себе человеком. Вы никогда бы не шугались никого, никогда бы не были нервным там, никогда бы, то есть не были скомканным таким. А так как это психическое расстройство накладывается искусственно, то вот это вот кошмарит вас, когда. То есть, когда вы выходите на улицу, постоянно вам сигналят, там постоянно какой-то гангсталкинг делают. Если бы у вас этого расстройства не было, поверьте, вам бы было по барабану на это вообще абсолютно. Вы бы никогда на это внимание не обратили. И заметьте, вот, понаблюдайте за собой. Вы будете идти, вам даже люди будут порой навстречу идти, вы будете себя дискомфортно чувствовать. Потому что на вас наведено это психическое расстройство. Искусственно, техникой. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Поройтесь еще в интернете, изучите вот это вот психическое расстройство. Я вас уверяю, вы найдете общих очень много симптомов вот в этом вот, вот этой болезни, которую накладывают при психотерроре на человека. На поведенческие качества для того, чтобы изменить их. Вот, именно накладывают вот это вот заболевание. Без этого заболевания, мне кажется, никакого гангсталкинг, ничего просто не влияли бы на человека. Абсолютно. То есть это невозможно просто. Человек нормальный, он, то есть, когда в нормальном состоянии, он не реагирует на внешние факторы никакие. То есть, он идет своей дорогой, он не обращает ни на что внимания. Но когда на него накладывается вот это психологическое расстройство, естественно, у него будет реакция. На какие-то шумы, звуки там и так далее. И так было со школы, так было, я уверен, у многих. Было с детства. Почему выросли таким ребенком? То есть, не уверенным в себе и так далее. Потому что вот это вот дело с аппаратурой. Вот так вот они делают с людей, с сильных людей, делают неуверенных в себе, таких вот скомканных и просто-напросто диссоциальных. Люди всего пугаются, шугаются, неуверенных в себе. А на них это не влияет, так как на них аппаратура ничего не наводится. Поэтому они такие, типа, крутые там по жизни. На самом деле это куски дерьма, которые вот манипулируют с помощью аппаратуры, техники при психотерроре людьми. Но я уверен, можно создать такое поле квантовое, да, допустим, невидимое поле спутником, что в это поле будут входить да хоть 1000 людей, и все станут такими. На них наложится вот это вот, допустим, расстройство, и все, они будут такими вот. Эта часть людей будет как стадо баранов, то есть они будут уже подконтрольны. Над ними можно будет тоже гангсталкинг делать, они будут шугаться любой шороха любого. И еще они не смогут изменить, пока кто-то не нажмет кнопку, пока не отменит вот это вот расстройство психическое. Вот. То, что искусственно это делается, для того, чтобы у вас была диссоциация, для того, чтобы у вас была социофобия, это вот накладывается вот такое вот расстройство. Без него гангсталкинг не будет влиять на человека никак. По барабану кто там что снимает, поймите.
Это у вас фиксирует в памяти для того, чтобы вот это вот психическое расстройство более на вас влияло. Вот если они выключат технику, поверьте, вам будет по барабану на этих людей, которые за вами ходят. Я вам говорю, у вас будет личная своя собственная жизнь. Ваши мысли сразу переключатся, без этого вот влияния, переключатся на свою цель. Абсолютно, вы будете идти по делам там вообще по каким-то. Вы никогда не обратите внимания на это. У вас будет конкретная цель, и ваша личность превратится в я, в вас. А так как это делается техникой, у вас нет выбора. У вас постоянно, вы будете потеть без причины, вы будете постоянно, одышка у вас будет какая-то, какие-то перебои в сердце, какие-то там головные боли, желудочные какие-то, кишечный тракт нарушения, все такое. Именно поэтому, я утверждаю 100%, у каждого из жертв психотеррора вот наложено вот это вот заболевание, стопудово, потому что человек становится искусственно вот таким вот зашуганным, потому что вот эти спецслужбы сейчас пытаются сделать людей мыслящих, людей, которые способны иметь лидерские качества, способны мыслить, имеют такие качества, да, индивидуально мыслить способны, лидерские, они этих людей, ну, то есть принижают их, подавляют их с помощью вот технологий вот таких вот и накладывают вот это вот психическое расстройство. Вот почему все происходит вот так вот. И от этого избавиться никак, ну никак нельзя. Никак нельзя. Без причины ничего не бывает. Ничего не бывает. Это все делается техникой на людей, чтобы подавить их, чтобы они не развивались. Вот. И вас будут сильного, могучего человека считать каким-то ложком. Вот что я хотел рассказать вам. Почему, как все и бывает. И при психотерроре, кстати. До связи. С вами был я, Андрей Шутов.